Чувашия готовится к выборам. Напомним, в сентябре нам предстоит выбрать главу республики, а также глав муниципалитетов и депутатов районных собраний. Партия «Единая Россия» впервые проводит праймериз – внутрипартийное голосование, позволяющее гражданам участвовать в отборе кандидатов. Как он будет проходить в Чебоксарах, рассказали журналистам на брифинге. Цель праймериза – допустить к участию в выборах наиболее достойных кандидатов. Кто они, решают не только соратники по партии, но и жители города. Именно им впоследствии предстоит решить, кому представлять их интересы в столичном собрании депутатов. Праймериз пройдет по самой открытой форме, то есть любой желающий, любой гражданин города Чебоксары, Чувашской республики сможет прийти 24 мая на те площадки, где будет открыта дискуссия, где могут задаваться самые неудобные вопросы тем кандидатам, которые будут выдвигаться как от партии, так и не от партии. В Чебоксарах сформированы избирательные округа – 21 одномандатный и 21 партийный. Всего заявки на предварительное внутрипартийное голосование подали 178 человек, желающих участвовать в местных выборах. До 24 мая кандидаты будут встречаться с населением. Кандидаты будут участвовать… То есть будет еще такая предвыборная кампания? Конечно, конечно. Предвыборная кампания, обычная предвыборная кампания перед праймеризом. Каждый кандидат может донести свою предвыборную программу. Существует несколько способов организации внутрипартийных выборов, но легких путей партийцы не ищут. И мы выбрали, как Леонид Ильич сказал, самую сложную модель, но она наиболее, в большей мере дает людям проголосовать, поддержать ту или иную кандидатуру. И, конечно, будут поддержаны те кандидаты, которые работают постоянно в своих округах, оказывают большую помощь жителям микрорайонов, выполняют свои партийные поручения. И вот эта возможность проголосовать именно подтвердят. А если тот, кто думает, что его люди поддерживают, но плохо вел свою работу, конечно, такой кандидат не сможет быть выдвинут. В день проведения праймериза 24 мая в Чебоксарах будут работать 110 избирательных участков. Время голосования уточнят немного позднее. По предварительным данным, с 8 до 14 часов. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.